не могу поздравить с победой, к сожалению. Какие эмоции после игры? Тут некоторые кричали очень сильно. Что такое случилось? Случилось то, что случилось. Судья опять хороший был очень. Вот. По игре чуть не складывалось, что вначале там быстрый гол пропустили, очень неприятный. Второй гол тоже был из-за нашей же ошибки, глупой. Вот. Соперник был, я бы не сказал, что намного сильнее, но оказался по результату сильнее нас. Вот. На втором круге покажет. Ну, не получались некоторые задумки, все-таки сказывается то, что не собирались до этого на игры таким составом. Сегодня вроде бы и больше скамейка была, в принципе, там два человека на замене. Ну да, сами ошибались, давали соперникам зоны, они этим пользовались, много моментов не забили, и из-за этого сложился, я считаю, такой результат для нас печальный. Но, по идее, вообще игра была хорошая, нам есть хорошие моменты, можно извлечь, есть плохие, но будем работать в дальнейшем, исправлять ошибки. Барса довольно уверенно идут по сезону. Изучали ли как-то соперника перед игрой? Ну, посмотрели нарезки, посмотрели игры, что прям готовились конкретно к нему, такого не было. Вот. Но соперник ничем не отличался от предыдущих. Хорошо играет, но и все, не изучали. Ну да, в принципе, нет каких-то там особых заготовок каждому сопернику. Играем больше, так сказать, от себя. Пытаемся навязывать свою игру. Ну да. Барсы идут хорошо, в принципе, можно ребят поздравить, игра хорошая, но я считаю, что сегодня навязали борьбу и мы они нам, и получилась довольно-таки равная борьба с большим обилием моментов, и я думаю, понравилось, наверное, зрителям, была искра, эмоции, матч хороший. Ну, как раз-таки в самой концовке упустили ничью, чего не хватило и над чем в следующих матчах будете работать? Не, ну в самой концовке мы упустили победу. Там чуть-чуть не хватило. Штанга была вот эта вот. Вратарь тоже все, что, ну, везения не хватило. Все, что ударили, шли в ворота, все во вратаря. Чуть-чуть не повезло, где-то отскочили, где-то штанга, где-то земля, вот, где-то карточку не дали. Вот, а так все в целом нормально. В принципе, считаю, что победу упустили не в концовке игры, а вообще, в принципе, по игре. Много моментов не забито было, упущено. Штанги где-то у них вратарь выручил, несколько моментов было вообще шикарных, я считаю, я думаю, что, наверное, он все-таки MVP матча сегодняшнего, потому что много выручил. Ну и там человек, конечно, попал, я не знаю, да, ему еще таких 10, я еще не в обиду ему, но я думаю, не попадет так. Ну и ребята там, конечно, провалились чуть-чуть позиционно, и случилось то, что случилось. Ну ничего, будем учиться на ошибках и дальше двигаться.